Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Так написал Александр Сергеевич Пушкин 200 лет назад. В следующей передаче «Фокус» мы спросим, что такое современная русская культура и существует ли она в Эстонии, а также какими являются отношения между эстонцами и русскими сегодня и какую роль играют там язык и культура. Наша следующая передача будет полностью на русском языке. Смотрите нас в понедельник, 9 марта в 21:00. До скорой встречи!